Всем привет, с вами Мервин и канал Airsoft Rush. Сегодня мы рассмотрим рюкзак от компании Traffic, это московская фирма. Рюкзак выполнен в расцвете олива, расцветок очень много. Рюкзак регулируется что в объеме, что в глубину. Имеет несколько дел, в частности, основной, подтайной, туда можно что-то либо положить, какие-то смягчители или вытащить вот этот вот коврик. Также есть два боковых кармана. Вот они. Задний основной карман. И нижний. Присутствует крепление под подсумки Молли. Также рюкзак регулируется, ну, вот эти лямки регулируются, что снизу, что вверху. Подвес очень мягкий сзади. Вот этот вот. Не дает потеть, потому что внутри какой-то там специальное, не знаю, там, специальный материал, который не дает потеть. От влаги защищает. Ну, в общем, хороший. Крепление на моле. Все быстро. Крепится в двух местах. Это лямки и сам рюкзак. Очень удобно, когда вы там бегаете, ну, чтобы рюкзак с вас не слетал. Рюкзак легко скидывается. Есть переносная ручка. Также очень крупная молния, что позволяет как бы, ну, больше это надежность. Очень легко ходит, молния, все спокойно делается. Крепление основное делаю на двух собачках. Рюкзак очень хороший, живет он у меня уже один год. Так что, если так, то советую покупать его. Потому что, во-первых, сюда очень удобно разложить снаряжение так, чтобы там все не тряслось. Очень хорошо умещается, это кажется, что он маленький, так он в объеме такой достаточно большой, умещаются у меня все основные снаряжения, хотя некоторые говорят, что даже в 65 литров не влазит все основное снаряжение. Я скажу больше, сюда клал и дополнительное снаряжение, и основное снаряжение, и еще вмещал АК-105 со складным, ну, со сложным прикладом. Также, ну, размещал вот в эти, допустим, сюда я креплю какую-нибудь сумочку небольшую, сюда, ну, кладу медицинский набор. Вот по этим боковым отделам я, допустим, кладу какие-либо там мусорные мешки, например, чтобы, если вы куда-то пошли там в поход, если куда-то наступили, ну, чтобы просто замотать ноги, как бы, чтобы вода не попадала в ноги. Скотч, изолента, все проще сюда кладу. В основной отдел кладу бутылки с водой, запасную форму, трусы, носки. Это, кстати, не забывайте никогда брать их в походы. И беру также еду сюда кладу. Сюда кладу какое-то дополнительное снаряжение. Допустим, веревку, там, скотч, бинты какие-то, ну, ну, все такое дополнительное. Сюда кладу, допустим, несколько, ну, столовый набор и перчатки. Ну все, всем спасибо за внимание, всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.